повтор. Кто победил? Куда он теперь будет двигаться? Направо или налево? Следующие ворота где? Вон там. Ага. Я не знаю, может направо, может он напрямки там сюда пойдет. Я думаю, он пойдет прям напрямки. А зеркало-то не хочешь сложить, как ты говоришь? Денис, в общем, ситуация в том, что у нас все получится с ним. Я список дал, что он должен сделать. Вернее. Чтобы с нами поплыть. У нас теперь будет проходить мототриал в рамках наших сборов. Понял? Сломай его! Да, время есть, отверточки открути. Так, не ломай зеркало. Касание. Спите. Спите просто. Мне нравится шевроле. Киевы красивые в майках, честно, вообще. А ты что, без майки? Вообще по-другому. Блин, у меня в машине, я просто не успею сейчас. У тебя люди не майки спрашивают, а другие майки. Мы на призы дадим майки еще. Там надо майком просил. Дам, там есть, мы еще на призы дадим. Думаешь? А что? Дайте. Думаешь, не было. Ударченко. Вот бы вчера такая была погода, как сегодня. Да. Куда ты? Куда-нибудь. Да. Круто! Езжай, не спрашивай, выпендривайся. Либо эти, либо те. Отойди. Куда отходи? До конца, вот оттуда. Ну а что делать? Готовченко. Кстати, идет что?
поедет на нем. Не, не, не стоит. Это Илюша стоит. Сзади. Ну, сзади. Да. Все. Ну, да, хорошая резина, да? Да-да. А у нас какая? Дорого стоит? Я за 4 колеса дала. Не, на бюджетный вариант. Как фирма называется? Кумхо. Кумхо? Да. Нормально на ней едет, да? Что-то мы. Жалуюсь. Да, что-то мы этот случайно рекламку сделали, да, людям? Кумхо. Фары выключи, скажи ему, фары. Эвакуатор! А что, Настя, зачем? Все, как будто мозги отключаются, все, уж такая второй раз. Мы не расстроились. А температура там как? А? А температура да, как? Да, нормально. Нормально. Опять такая. Надо вытащить. Веревка есть? Илю, веревка есть? Что, у Сереги тоже нет веревки. Он который по счету? Не помнишь? Где-то пятый или шестой. Самое модное сегодня. Ее нет, берет. А, вы вообще вот так? Он не заводит. Все, просто порвать можно. Да, сейчас. Снова он? Да. Ленинградский штабель. Ты ездил? Нет, я пошел.